На Челябинском заводе железобетонных изделий начался выпуск напорных железобетонных труб. Замена чугунных труб железобетонными дает возможность на 90% сократить расход металла. Трубы из железобетона обходятся на 20% дешевле металлических. Но самое главное заключается в том, что бетонные трубы будут практически вечными, а металлические вследствие коррозии служат не более 20-25 лет. Новый цех уже в ближайшее время начнет выпускать трубы 5 различных диаметров.